Здравствуйте. Я хочу разделить еще на часть окончания работы. Сейчас посмотрите вторую часть изготовления. Завершена детализация работы. Остановились конкретно на деталях. Деталях жеребенка. Все промеры сделанные. Все пропорции промеренные примерно. Конечно, это работа художественная, это не работа копия. Чтобы кто-то думает, где-то копия или копия лошади. Нет, это просто художественный вымысел на основании моих наблюдений и на основании того, что с этого куска можно сделать, из того, что я воображаю. Так что судите об этом. Всем хорошего настроения. До новых встреч.